Друзья, всем привет! Я постараюсь не затягивать очень сильно это видео. О чем же все-таки идет речь? Друзья, это не секрет. На самом деле, взломать ваш смартфон – это всего лишь вопрос времени. Рано или поздно вы можете с этим столкнуться. Вы можете над этим угорать, смеяться, но это до той поры, пока с вами это не случится. А когда с вами это может все-таки произойти, конечно, не дай бог. Вы очень сильно об этом пожалеете. Поэтому рекомендую, основательно рекомендую сейчас удалить то, что я вам сейчас покажу. Включить конкретно. Показывать буду на Redmi Note 10 Pro. Это мой основной смартфон. Если что, ссылки в описании. Также будут ссылки за ней на этот аппарат и на этот. Это Poco F3. Это Xiaomi Mi 11 Lite. В общем-то, это видео будет как удалить, как отключить одну из уязвимостей на Android, касаемо вот именно на смартфонах компании Xiaomi. Я как топлю за Xiaomi, так и буду топить дальше. Но это видео относится и к другим аппаратам на Android. Без проблем. То же самое. Итак, еще друзья, немного вводное, прежде чем я буду показывать, и мы будем проходить настройки. Итак, друзья, есть одна конкретная уязвимость, одна из нескольких уязвимостей, которых на самом деле вообще в системе Android очень много. Я вообще думаю, что это мое имхо, что это делается специально разработчиками, все это лоббируется специально деньгами, большими, огромными деньгами, потому как, ну, надо оставить какие-то открытые двери, чтобы как-то пролезть кому-то на смартфон, что-то украсть и все в этом духе. Я так лично считаю, имхо. Сами вдумайтесь, кому нужны были бы все эти антивирусники по типу там Касперского и других антивирусников, если бы не было вирусов на самом деле. И задайтесь вторым вопросом, кому, собственно, выгодно, чтобы не только выгодно, а кому выгодно их разрабатывать и выводить на рынок эти самые вирусы. Задайте себе вопрос, я думаю, вы без труда найдете ответ. Так вот, друзья, смотрите, в чем дело. Рано или поздно вас могут взломать, это вопрос лишь времени. Лучше себя обезопасить, лучше вот проблему предупредить, чем ее потом решать. Поэтому я сейчас покажу, что в срочном порядке вам необходимо отключить на своем смартфоне Redmi, Xiaomi или Poco. Для этого вам необходимо пройти в настройки. Допустим, у вас обычно, вот, как вот у меня иконка, можете вот через шторочку пройти. Настройки. Проходим настройки. Далее. Не будем мы тут рыться, копаться по этим настройкам. Я не буду вам показывать каждый шаг. Это все делается гораздо проще и очень просто. Вот просто, очень просто. Здесь сверху находится поисковая строка. Вот так она выглядит сверху. У вас, возможно, не будет включена черная тема. У меня, видите, белая на черном. У вас, возможно, будут черные буквы, белая тема, полностью белый экран. Итак, жмем на поисковую строку и вводим следующее. Пишем следующие два слова. Но вам понадобится одно слово начинает писать, и уже дальше пойдут просто подсказки от самой системы. В данном случае это компания Xiaomi, здесь MIUI. У меня MIUI 12.5. У вас уже, не знаю, на то время, как вы смотрите это видео, может уже 2022-2023 год, возможно и MIUI 13. Но я думаю, ничего не поменяется. Итак, пишем надежные. Вот, собственно, пожалуйста, сразу первой строкой. Надежные сертификаты. Что-то с фокусом. Надежные сертификаты. У вас, возможно, как-то по-другому напишется, но вот у компании Xiaomi пишется так. Переходим в надежные сертификаты и попадаем вот сюда. А теперь еще немножко информации. Друзья, дело в том, что эта компания с надежными сертификатами вошла на рынок в 2015 году. Это довольно-таки уже известный факт, но не для всех. Об этом умалчивают почему-то производители, об этом умалчивают разработчики, ну почему-то, опять-таки, догадайтесь сами. Друзья, они вошли в 2015 году на этот рынок, на это время, на время записи этого видео, уже 2021 год. Друзья, и они уже подзабили на свои сертификаты. Это во-первых, потому как сертификаты на самом деле бесплатные. То есть представьте себе, чтобы любому сайту, любому приложению от мошенников, если вы мошенник, да, ну так вот, гипотетически представьте, были бы вы мошенником, вам надо самый простой и короткий путь для того, чтобы добраться до вашего клиента, обокрасть его, обмануть его, да, правильно? Вы будете пользоваться тем, что первое доступно, второе бесплатно, третье не поддерживается, а соответственно уязвимо. Так вот, друзья, компания Amazon в 2015 году выпустила свои сертификаты. Делала свои сертификаты бесплатными, а к тому же, еще раз повторюсь, забила на них. И, конечно же, тем самым привлекла к себе мошенников. Другими словами, все разработчики, которые занимаются тем, что сидят и потеют над тем, как бы придумать новое приложение именно с вирусами, новый сайт с вирусами, и при этом поднести вам это приложение и поднести вам этот сайт как нормальный сайт, который не засечет систему в нем ни вирусом, ничего, как надежный сайт, чтобы вы его скачали, чтобы вы его смотрели, чтобы вы пользовались этим приложением. Они, соответственно, ищут те самые сертификаты, поэтому их необходимо в срочном порядке отключить. После отключения ничего абсолютно у вас
не поменяется, это не повлияет на работу системы. Скорее даже наоборот, вы не подхватите вирус, соответственно, вы тем самым себя обезопасите. Это еще одно окно в системе Android, в которое с удовольствием пролезут мошенники. Это вопрос лишь времени, друзья. Обезопасьте себя. Итак, ищем. Ищем, проходим вот тут вниз, листаем, и тут смотрите, раз, два, вот, первое, второе, третье, четвертое, 4 пункта, 4 сертификата от компании Amazon, соответственно, мы их отключаем, прямо вот так вот берем, галочку снимаем, раз, два, три, 4, все. Еще раз повторюсь, это всего лишь одна из многих уязвимостей, так что у меня есть на канале и другие видео, поищите, плейлист советы. На самом деле очень много дыр в системе, просто наглых дыр. Они это, я думаю, делают специально. Ну, что вы об этом думаете, пишите в комментариях. Возможно, я что-то забыл, возможно, я что-то не знаю, возможно, я что-то пропустил, что-то не договорил. Обязательно об этом напишите в комментариях. Это будет полезно и другим почитать. Конечно же, порекомендуйте это видео своим друзьям, родным, близким, кто пользуется компанией Xiaomi продукцией. Я думаю, будет не лишним. Ну и ставьте лайк, если видео было полезным, и подпишитесь на канал. В дальнейшем будет еще много интересных видео. До новых встреч!